Всем привет! Сегодня у нас опять же простое блюдо, и это блюдо без строганов. Итак, поехали! Но для начала добываем огонь. Ну и как же без строганов, без картофеля? Сразу ставим картофель и принимаемся готовить. Ставим сковороду на огонь и нарезаем говядину. Вот такими пластиночками получается. Наливаем масло и ждем буквально полминуты, чтобы прогрелось. Отправляем говядину. И по стандартной схеме, пока жарится мясо, нарезаем лук. Лук нарезаем полукольцами. Обжарили с одной стороны и переворачиваем. После того, как обжарили с двух сторон, надо обязательно попробовать мясо и решить, что будем делать дальше. Если мясо жестковатое, добавляем чуть-чуть кетчупа. Буквально так добавить для вкуса. И немножко, в данном случае, снега. И оставляем это дело все тушиться. Вода у нас испарилась, добавляем кусочек сливочного масла и лук и обжариваем все дальше. После того, как обжарили лук, добавляем буквально ложку муки и обжариваем это тоже. И опять же добавляем зимней свежести. Из приправ добавляем только соль и перец. И все. И, конечно же, не жалеем сметаны. Доводим до кипения. Наши бестроганы готовы. Наше блюдо готово. Осталось только пробовать. Нежнейшая говядина с сочетанием пюрешкой. Это вообще божественно. Пробуйте, ставьте лайки, готовьте, комментируйте. Всем пока!